Я сейчас нахожусь в центре Донецка и встретил двух ангелов. Это девушки, которые занимаются гуманитарной помощью. Они сейчас привезли гуманитарную помощь, которую нужно отвезти на передовую. Девушки из Крыма. Организация у нас называется «Зов сердца». Все как обычно, да, все по зову сердца. Сегодня мы прибыли в Донецк, чтобы посадить на аллее ангелов березы в память о детках, которые погибли с 14 по 23 год. И, конечно же, хотим отвезти гуманитарную помощь ребятам, которые находятся на передовой. Мы с собой привезли подготовленные борщи, супы, молочные каши, специальную пасту Амосова, которая является кладезью витаминов. Вот сегодня мы это все отвезем благодаря таким ребятам, которые нас будут сопровождать и охранять все на фронт, на передовую. Наконец-то мы приехали на передовую, где девушки передали бойцам гуманитарную помощь. Пусть они будут для всех примером. Здесь уже готовые борщи. Вот это рассчитано на вот это количество, ну, на количество порций, вот этот томат, да? Сварили, добавили томат, промешали, все, это у вас готовый борщик домашний. Они на этих, на ингредиентах никто не экономил, вот делали как для себя. Забыла. Не рулька, а как изюм, курага, чернослив, лимон. Это то, что вот мед. Это то, что вам зимой поможет просто сохранить здоровье. Хорошо, спасибо. Это невероятное чувство, когда ты на передовой, стоишь рядом с бойцами, которые нас защищают, и ради которых ты готова приехать и передать то, что делается с любовью от других волонтеров. Ребята, мы за вас, тыл с вами, вместе к победе. Давайте, родненькие, чтобы все было хорошо. Это я намекаю, чтобы они мне суп дали один хотя бы, что я сегодня... Да.